Привет всем любителям симрейсинга и автоспорта. Продолжаем наши покатушки на формуле Рено. Этот уикенд у нас будет в чемпионате АОР гонка в Сильверстоуне на формуле Рено. Часовая гонка будет, и вот сейчас у нас, скажем так, подготовительная гонка к тому этапу. И, в общем, 15 кругов, Сильверстоун. Так, загораются уже огни светофоров. Старт. Так вот, ух. Плотно очень нас начали на старте. Так, сзади нас преследует кто-то. Патрик Кеслер, по-моему. Да. Так. Подъехали. Итак, стартанул я, друзья, с пятого места. Заезд очень сильный. Практически все лидеры в этом заезде собрались. Очень мощный заезд. Ух, какой там... Какая атака. Просто очень опасно. Так. Выходим на четвертую позицию пока что. Да, но товарищ впереди атаковал как-то не по правилам. Просто если бы сейчас пилот не увернулся от него, там был бы крэш, сразу три бы сошли. Так, у нас тут борьба продолжается. Отлично. Так, за мной Патрик Кеслер, друзья. Вот это борьба. Ой-ой-ой-ой. Отлично. Чуть не убрался. Блин, слишком быстрый вход. Итак, друзья, очень мощный заезд. Очень мощные ребята здесь собрались. Поэтому очень хорошая тренировка к пятничным чемпионатному заезду, скажем так, пятничному. В чемпионате. Так, сзади Патрик Кеслер накатывает. Отстаю я от первой троицы. Очень сложная связка поворотов. Очень важно после нее очень быстро выйти напрямую на следующую. Итак, впереди происходит борьба. Нас накатывает Патрик Кеслер. Так, Кеслер атакует. Блин, немного быстро я вошел в поворот. Так. Кеслер проходит. Так, сзади еще один пилот на хвосте. Друзья, ну Кеслер один из лидеров чемпионата. Очень пилот, по-моему, с айрейтингом 6000. Традиционно он борется за первые места в чемпионате. Очень быстро чувак. Я, конечно, попробую сейчас за ним продержаться. Но пока что я ему чуть-чуть уступаю все равно по скорости, по чистой скорости. Он пока немного быстрее. Вообще его команда, у них в команде Рене Остеркамп, сейчас лидер чемпионата, и Штефан Херман. У них очень крутые настройки обычно. Штефан после того, как перешел. Штефан после того, как перешел к ней в команду, сразу поехал быстрее. В этом заезде тоже Штефан есть. Так, атакую максимально здесь. Бордюры широковато зашел. Да, друзья, видите, совсем вроде бы для вас невидимая ошибка, казалось бы. А меня пилот сзади сразу же нагнал в этой связке поворотов. Сейчас будет, скорее всего, атаковать, потому что в слипстриме. Да, атакует, друзья. Так, внутри. Ну, попробуем побороться. Так, сейчас попробуем
перекрестить траекторию. Так, выходим мы лучше, перекрещиваем траекторию. Вот это борьба. Так, ну у него здесь лучше траектория. Эх, в этот раз не дал он нам шансов никаких для того, чтобы перекрестить траекторию. Перекрыл все возможности это сделать. Вот так вот, друзья, пока мы тут с ним... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это было опасно. Пока я с ним боролся, нас быстренько догнал как раз тот самый Штефан Херман, друзья. Итак, я так понимаю, что на пятую позицию я перемещаюсь. Блин, на максимум пытаюсь атаковать, немного ошибаюсь на выходе. Штефан Херман сзади накатывает. Максимально на поребрик. Да, пока вот видите, отстаю я пока. В квалификации я получше проехал. А в гонке пока темпа нету. Пока в гонке темпа не хватает, отстаю я в гонке. Штефан атакует меня. Так, Херман проходит, ну ладно, пускай. Пускай у него темп потенциально быстрее, чем у впереди идущего. Пусть они поборются, я понаблюдаю за ними. Может быть, удастся мне воспользоваться ошибкой. Ух. Вот так вот, друзья. Хермана, ой-ой-ой, и впереди авария. Так, аккуратней. Фух. Вот это жесть, ребята. Херман развернул слишком быстро. Он слишком сильно газа дал. Сразу его повело зад. Впереди тоже был какой-то контакт. Да, и это, кстати, Патрик Кеслер, друзья, теряет скорость. Похоже, поврежден у него болид. Действительно, теряет он скорость. Вот так вот складывается гонка. Итак, Кеслер уходит на пит-стоп. А мы, в свою очередь, перемещаемся, я так понимаю, на четвертую позицию. Да, на четвертую позицию я перемещаюсь. Так, ну попробуем. Попробуем мы теперь, может быть. Может быть, сейчас получится. Прогреется резина, придет в более лучшей кондиции. Сейчас должна она, должна уже выровняться. Попробуем зацепиться за более высокие позиции. Итак, ну впереди пилот идет очень хорошо, очень быстро. В квалификации мы с ним были очень близки. Он чуть-чуть меня, по-моему, опередил. Совсем чуть-чуть. Ну ладно. Попробуем держаться. Тут очень сложно. Главное не вылететь, потому что очень много очень скоростных поворотов. И практически на грани зацепа приходится контролировать болид. Поребрики в Сильверстоуне очень такие скользкие. Не рекомендуется их атаковать, особенно вот в этой последней секции связки медленных поворотов. Сносит болид на них. Так, ну ладно, попробуем попрессинговать, вдруг получится. Ой-ой-ой. Главное самому не ошибиться. Так, здесь я быстрее прошел. Может быть, получится подавить психологически, ошибется товарищ впереди. Но пока что он чуть-чуть быстрее отъезжает он. Пусть чуть-чуть, но отъезжает, друзья. Не могу приблизиться. Фактически еду на пределе возможностей.
Тормаживаемся. Так, отлично. Ну пока держимся, пока держимся в его темпе. Минуту 43 ровно последний круг мой был. Так, вот эта сложная секция поворотов начинается. Отлично, отличное прохождение сейчас было. Сильверстоун, друзья, очень сложная трасса, она очень широкая. И апексы из-за этого очень тяжело видны, очень она широкая трасса, прям нереально широкая. Я вот... Невероятно широкая и очень скоростные повороты здесь, очень скоростные повороты. Надо очень четко попадать на апексы. Иначе скорость резко падает. Я помню, когда в реальной жизни здесь в GT Академии ездил, вот этот следующий поворот Стоуэ для меня был самым сложным, потому что он широкий, слепой абсолютно, и скорость бешеная. Апекс на входе не виден, и выход тоже ни хрена не виден, и я боялся все время на GTR либо рано газ открыть, либо очень поздно затормозить. Постоянно я никак не мог я в том повороте найти оптимальную точку торможения. Это тот момент, когда надо газ открывать. Вот очень помню я этот поворот, запомнил, очень он сложный именно за ширины трассы и именно из-за того, что он такой слепой и очень скоростной. Там Шумахер в 99 году все время ноги сломал тогда. В Oculus Rift все очень похоже, ребят. Ширина трассы. Ух ты. Ширина трассы, ощущения вот эти вот. Слепота в поворотах. Я вот прям точно такие же вот у меня проблемы, которые я испытывал в реальной жизни, здесь испытываю. По-прежнему мы преследуем пилота впереди. Догнать я никак его не могу. По чуть-чуть, но отрыв он свой увеличивает от меня. Итак, последний круг уже из минуты 43. Я проехал минуту 42,9. Продолжаем атаковать. Всегда есть шанс того, что он ошибется, поэтому надо ехать, ехать стабильно, не сдаваться, так сказать. Ой-ой-ой. Чуть меня не подкинуло на поребрике, не развернуло. Надо, так сказать, не отставать, чтобы он чувствовал наше дыхание сзади. Хорош. Сейчас хорошо прошел. Хорошо прошел последний сектор. Мне кажется, немножко я даже к нему приблизился, но там, может быть, на какую-то десятую. Поэтому отрыв то на то остался. Ай-яй-яй, слишком быстрый вход. Немного мимо апекса потеряло здесь время сейчас. Порядка 1-2 десятых, наверное, было потеряно сейчас. Продолжаем, продолжаем атаковать. Последний круг, минута 42,6, друзья. Быстрый, самый быстрый круг для меня в гонке был последний. Болит становится легче.
скорость сразу же увеличивается. Мимо немножко Апекса на входе в шикану прошел. Да, сложная трасса, ребят. Очень сложная трасса. Так, мне кажется, я сейчас подъехал к нему. Он, видимо, слишком сильно затормозил на входе. Так, отлично, супер сейчас прошел. Так, но у меня складывается впечатление, что я опять чуть-чуть к нему приблизился. В общем, на самом деле отрыв туда-сюда, но примерно одинаковый, ничего никуда не уменьшается, не растет. Отлично, загружаем на максимум, здесь болид. Минута 42,7 последний круг, чуть-чуть медленнее предыдущего. Да, действительно, друзья, немножко я к нему подъехал, совсем чуть-чуть, но я к нему приблизился. Сейчас даже, возможно, есть какой-то небольшой слипстрим. Так, ну, психологически. Психологически очень устойчивый товарищ. Едет себе и едет, практически не ошибаясь. Да, подъехал я к нему, друзья. Чуть-чуть я к нему подъехал быстрее, у меня начал болид работать, похоже. Не думаю, что это как-то связано с моим пилотажем, потому что еду я примерно тоже так же, как в предыдущие все круги. Но вот... Эх, ошибся здесь я немножко на входе. Так, он здесь широковато вышел. Да, я еду так же, как все другие круги. Видимо, просто резина пришла в лучшие кондиции сейчас на этом круге. Поэтому удалось мне отыграть время у него. Ой-ой-ой. Фух, отловил, друзья. Чуть не возник такой же момент, как был в Окаяме. Тогда меня в стену бросило. Но там был болид поврежден. Сейчас болид не был поврежден, и удалось мне отловить занос этот такой резким движением руля. Так, а последний круг минута 42,7. Без улучшений, без улучшений. Эх, слишком быстро опять вошел. Надо пораньше оттормаживаться посильнее. Да, носит меня. Тут скорее я вылечу, чем он. Он едет очень стабильно. Да, мне приходится немного рисковать, чтобы как-то к нему подъехать. Меня немножко из-за этого заносит на выходах и на входах. Ой-ой-ой-ой-ой. Снова был опасный момент. Ну вот так, ребят. Вот так вот я атакую, видите, атакую, пытаюсь его достать. В итоге у меня возникают ошибки, проблемы. Сносит, болит иногда. Но ничего страшного. Последний круг что-то совсем плохо, минут 43 ровно. Там было много ошибок на круге. Так, вот сейчас я практически идеально прошел связку этих поворотов. К
Чуть-чуть сразу он увеличил разрыв от меня. Сразу отрыв увеличился. Ух ты! Опасно было, на грани. Так, а вот сейчас очень хорошо получилось. Машина прям ввинчивалась как надо. Машина ввинчивалась просто в этот поворот на выходе. Ну, видите, очень равная борьба, ребят. Тут малейшая ошибка и сразу отрыв. И потом этот отрыв уже очень тяжело отыграть. Да, второй с первым вообще оторвались. Второй с первым вообще оторвались, вообще их не видно. Ну там, на кругах пока боролись, на первых кругах боролись, они в это время от всех отъехали. Итак, друзья, у меня лучший круг последний был минуту 42 ровно. На целую секунду. На целую секунду быстрее предыдущего. И что самое главное, на, по-моему, полсекунды быстрее лучшего круга до этого. То есть атакую я, друзья, атакую, но вот, к сожалению, эх, опять переатаковал. Снова слишком быстрый вход в поворот. Да, стоуи — самый сложный поворот на трассе для меня. Стоуи. И еще вот последняя секция. В последней секции сейчас покажу, какой поворот очень тяжелый. Постоянно срывает там задний мост болида. Вот, друзья, вот этот поворот сейчас будет очень сложный. Один из самых сложных тоже поворотов на трассе. Сложность основная в том месте заключается в том, что очень короткое резкое торможение с резким движением руля внутрь. И далее еще понижается передача. Там сначала с 6 на 5, потом на 4. И основная сложность заключается в том, что вот этим самым первым движением руля резким надо успеть попасть на апекс, скажем так, этого поворота. Потому что если с этого на апекс не попадаете, то весь поворот проходит очень медленно. Потому что еще до апекса, если вы правильно попали на траекторию вот этим самым первым движением руля, еще до апекса вы можете практически газ в пол открыть. Педаль газа, скажем так. И тем самым быстрее пройти и выйти из поворота. Да, друзья, ну тут уже остается не так много до финиша. Я думаю, что я теперь отрыв немножко вырос уже. Да, отрыв вырос, и нету смысла теперь рисковать. Мне тут на последних кругах. Поедем в комфортном для себя темпе. Поедем в комфортном темпе, доведем гонку хотя бы до четвертого места. Заезд действительно очень сложен. Мне интересно посмотреть, какой рейтинг у заезда. Ну, учитывая состав участников, всего было 15 участников, я со своим рейтингом только на 8 месте был. То есть рейтинг заезда будет очень высокий. Так, поаккуратнее надо тут на последних кругах действовать. Предыдущий заезд у меня произошел глюк, ребят. Те же самые пилоты ехали практически. Единственное, в этом заезде нету Морица Любомира. Пошел он спать, похоже, уже. Сейчас уже
Заезд этот в 11:45 вечера стартовал. Он, видимо, пошел спать уже. Так вот, предыдущий заезд был с рейтингом 300 практически. Сейчас я смотрю, те же самые лица едут. Я думаю, что в порядок. Рейтинг заезда должен быть тоже в районе где-то 3000. Ну, в общем, высокий рейтинг. Я предполагаю. Даже за четвертое место можно будет набрать очень хорошее количество очков. Поэтому четвертое место вполне очень-очень даже неплохое. Ну все, друзья. Я совсем бросил, так сказать, атаковать. Просто доеду до финиша. Смысла атаковать нету. Доедем до финиша и возьмем четвертое место. Остается довести гонку до финиша и взять четвертое место в этой гонке. Да. Ну вот и все. Вот и все, ребята. Гонка, собственно, закончилась. Давайте сейчас посмотрим все вылеты, которые были в гонке. И после этого посмотрим финальную табличку по результатам гонки. Итак, ребят, давайте посмотрим все аварии, которые были в этой гонке. Итак, первый эпизод. Ага, кого-то здесь повело. Дальше смотрим. Да, на торможении заблокировало заднюю покрышки. Очень скользкий поребрик, как я и говорил. Так, что дальше? Ага, тут ошибка Штефана Хермана на выходе. И там дальше был эпизод. Сразу же, вот здесь вот. Посмотрим, давайте, что здесь было между Патриком Кеслером. И кто тут? И Ян Вондерхейде. Так. Выходит тут Патрик. Ян... Оу, это круговой, что ли, был? Да, похоже на то, друзья. Похоже, что это был круговой. И Кеслер об него сломал свой спойлер. Поэтому так быстро потерял темп. Так, дальше. Снова этот же пилот. Кто это такой? Давайте посмотрим. Марко Нурмелла. Снова его заносит. Ой, как он опасно здесь разворачивается. Так, и еще одного на торможении крутануло. Так, что здесь было? А здесь уже все, финиш. Ну вот так, не так много инцидентов в этой гонке. Давайте теперь посмотрим финальную табличку. Итак, ребят, финальная табличка. Ну, как я и говорил, рейтинг заезда очень высокий, потому что здесь, так сказать, известные товарищи заехали в этом рейтинге. Аж 3000 уровень гонки. Очень хорошая гонка, очень сильный состав, поэтому хорошо удалось потренироваться. Темп. Ну, давайте сначала посмотрим квалификацию. Квалификацию выиграл Патрик Кеслер с результатами 41,5. Ричард Арнаут, или Арно, наверное, по-французски правильно, 41,6. Что касается нас, у меня минута 42,1, на 60-х я медленнее, чем Кеслер, друзья. Но, смотрите, несмотря на то, что у Кеслера и у Хермана должны быть одинаковые настройки, по идее, или очень близкие, потому что они в одной команде выступают, то ли Херман запорол свой круг квалификационный, то ли Кеслер настолько быстрее Хермана себя здесь чувствует, или Херман не очень хорошо себя чувствует здесь в Сильверстоуне. Проиграл Херман мне полсекунды в квалификации. Ну вот как-то так. Робин Бандон, который приехал впереди меня на третьей позиции, тоже квалификацию хуже меня прошел на 30-х, но в гонке у него темп был повыше, видимо. Ну вот как-то так. Остальные ребята, посмотрим, тоже может быть у кого-то рейтинг. Ну здесь у всех более-менее высокий рейтинг, практически у всех выше 2000 или около 2000. Ну и вот есть ребята с рейтингом под 6, под 5000. Да, вот. Штефан Херман с рейтингом 5100, у него уже 163. У Арно уже почти 6000 рейтинг. Итак, друзья, как
прошла гонка, вы видели. Ну и по времени давайте посмотрим по быстрому кругу. У Арно 41,7. Харт установил лучший круг гонки. Практически точно такой же там. Практически тысячная в тысячную. Очень одинаковые времена у них. Лучший круг гонки установил далее Робин Бандон. На третьей позиции шел. И обратите внимание, лучший круг, друзья, лучший круг у меня быстрее, чем у Бандона на 0,2. Но вот у него более стабильно он эти круги свои быстро ехал. Средний темп у него на 0,3 выше, несмотря на то, что круг у меня быстрее, самый быстрый. Ну вот, как-то так. Дальше что там? Штефан Херман. Ну, Херман, смотрите, Херман-то не смог нас в гонке опередить по времени круга. То есть, действительно, либо Херман себя не очень хорошо чувствует в Сильверстоуне, потому что у Кеслера, Кеслер даже, смотрите, он там, ну, он, правда, заезжал на пит-стоп, но все равно, лучший круг у него была повреждена болит, он лучший круг поставил на третьем круге аж, и он тут 41,7, то есть, приблизительно в темпе вот этих ребят. Ну, я думаю, что он бы еще быстрее проехал, потому что, смотрите, они свои лучшие круги на 15-м круге, на последнем поставили. У меня лучший круг был на 12-м. Поэтому Кеслер бы, конечно, еще быстрее проехал, ну, за 41,5, наверное, проехал бы примерно в темпе квалификации, я думаю. Но вот Херман медленнее, или Херман медленнее настолько неуверенно себя чувствует, либо я, наоборот, удалось мне темп поймать нормальный в Сильверстоуне. То, что настройки у них, у Кеслера с Херманом лучше, чем у нас, у них это факт, у них самые-самые мощные настройки, у них там целая команда, можно сказать, работает над настройкой болида. Есть у них там гоночный инженер, так сказать, который очень тщательно анализирует телеметрию. Они втроем, Херман, Кеслер и еще Остеркамп, лидер чемпионата Ауровского, они вот эти, собственно, ездят, и гоночный инженер помогает, анализирует телеметрию и подстраивает, скажем так, доводит до идеала настройки болидов. Вот как-то так. Как-то так, ребят, ну, надеюсь, вам понравилось. В пятницу у меня гонка будет в чемпионате АОР Формула Рено. В этот раз одна гонка без реверсивного старта, но очень длинная, на целый час. 60-минутная гонка будет. Ну, попробуем что-нибудь продемонстрировать в этой гонке. А на сегодня все, друзья. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока.